В зимнее время Самара по-особенному привлекательна. Теплый праздничный свет от уличной иллюминации создает неповторимую атмосферу. Ею окутаны парки, скверы и другие общественные пространства. Многие из них для самарцев стали излюбленными местами для прогулок и активного отдыха. А благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» подходы и подъезды к ним стали удобнее. Общественные пространства располагаются там, где был выполнен ремонт в текущем году объектов уличной дорожной сети, то есть в непосредственной близости. Сегодня находимся в сквере на улице Аврора, где выполнялись в непосредственной близости выполнялись работы по ремонту улицы Аэродромной. Данный сквер был отремонтирован не так давно, и сегодня он нарядно украшен для проведения праздничных мероприятий. Городские маршруты обновляли комплексными картами. Так, улицу Аэродромную площадью почти 40 тысяч квадратных метров отремонтировали методом больших карт. Теперь подъехать к парку, который появился здесь в прошлом году вместо стихийного рынка, стало удобнее. Карточным методом отремонтировали и улицу Академика Кузнецова в Красноглинском районе. Эта дорога ведет к одному из излюбленных мест самарцев и гостей города – вертолетной площадке. Ее масштабно обновили в этом году. Также любима жителями и гостями площадь имени Куйбышева. В зимние праздники она становится настоящим культурным центром Самары. Изменения заметны, это доказывает и общественная оценка. В связи с ремонтом улицы Куйбышева стало очень удобно добираться до центра города. До сквера Аксакова, до сквера Трехвязов. Здесь отличная транспортная развязка, есть удобные остановки. На средства дорожного проекта комплексно отремонтировали проспект Масленникова и улицу Луначарского. Они ведут к новым для Самары культурным объектам – саду Баланса и филиалу Третьяковской галереи в фабрике кухни. На примыкающих улицах ремонтировали не только дорожное полотно, но и тротуары. Заменили бортовые камни, придорожные плиты, благоустроили газоны и обновили все средства организации дорожного движения. Расположенные в советском районе парки Дружбы и Победы в этом году обзавелись ледовыми катками. Проехать к этим местам отдыха можно по улице Аэродромной, Энтузиастов и проезду 9 мая. Подрядчики в этом году отремонтировали здесь дорожное полотно, значительно улучшив транспортную доступность. Жители, отдыхающие здесь круглый год, очень оценили изменения. И летом здесь гуляем, и зимой вот на каток, на лыжах здесь катаемся зимой. Поэтому как бы нормально так. Доступный парк стал почище, поуютней. В связи с тем, что произведен ремонт дорог, ну, ускоряется, конечно, движение. Не такая загруженность, ни ям, ни кочек, ничего такого нет, и быстрее добираешься. Дорогу на проспекте Кирова отремонтировали одной из первых. Это ключевой маршрут, который соединяет Заводское шоссе, улицу Новосадовую и Московское шоссе. За сезон выполнен колоссальный объем работ. Очень комфортно стало передвигаться по проспекту Кирова после ремонта дорог. Стало современно, красиво и безопасно. Эта дорога ведет площадь Кирова, то есть дворец культуры. Здесь находится торговый центр. То есть дорога – это очень важная и главная дорога для Кировского района. В этом году дорожные службы ремонтировали маршруты и в отдаленных районах города. Например, в Куйбышевском обновили улицу Кишиневскую. По ней местные жители могут добраться до сквера Нефтяников и одноименному Дому культуры. Социальная направленность – приоритетный критерий, по которому выбирают дороги для ремонта. В следующем году подрядные организации подготовят инфраструктуру к проведению Всероссийского фестиваля, посвященного 30-летию российской студенческой весны. Закончат обновлять улицу Ленинградскую и Волжский проспект. Анатолий Головко, Михаил Ермоленко, Максим Гусев, Григорий Плешаков. События.